Сергей Балаев признается, маска в период пандемии стала для него неотъемлемым аксессуаром. Говорит, без средств индивидуальной защиты из дома не выходит и обязательно надевает, садясь в общественный транспорт. Я считаю, это совершенно верно, совершенно правильно, потому что в общественном транспорте, где-то в торговых центрах, мы находимся очень близко в контакте с друг другом, с другими людьми. И чтобы не заразиться, не заразить окружающих, не принести заразу домой к своим детям, нужно обязательно иметь с собой маску, и перед выходом из дома каждый человек должен об этом внимательно подумать. Согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, контроль за соблюдением масочного режима усилен. Водители пригородного транспорта с пассажирами на одной волне. Водители обязаны носить маску и перчатки во время движения с целью исключения заражения. Водитель при посадке пассажиров дает им указания об обязательном использовании маски во время езды по маршруту. Тщательно следят в пригородном транспорте и за дезинфекцией. Для предупреждения распространения коронавируса ежедневно в автобусах проводится обработка салонов специальным раствором. Перед каждым рейсом сотрудники протирают поручни, спинки сидений и проветривают салон. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.